Привет, зритель! Все о нашем здоровье на одном канале. Итак, поехали! Это блюдо может помочь вам очистить стенки кишечника и сбросить лишний вес. Кроме того, оно нормализует выработку желудочного сока. Это витаминный салат, состоящий из овощей, богатых микроэлементами, клетчаткой и пектином. Он очень малокалорийный, поэтому подходит в качестве диеты. Состав: капуста, морковь, свекла, зеленые листовые овощи, лимонный сок, оливковое масло. Инструкция: возьмите одну часть капусты, одну часть моркови, одну часть свеклы. Тонко нарежьте капусту, морковь и свеклу натрите на крупной терке. Изорвите листовые овощи в любом количестве по своему вкусу. Можно добавить зелень укропа, петрушки или сельдерея. Заправьте лимонным соком, измельченным чесноком и оливковым маслом. Желательно обойтись без соли, но если вам невкусно есть несоленое, используйте соевый соус, он улучшит вкус салата лучше соли. Кроме того, он питателен и не вреден для здоровья. В чем польза этих овощей? Морковь оказывает на организм антисептическое, глистогонное, желчегонное, обезболивающее действие. Усиливает деятельность желез желудочно-кишечного тракта, снимает утомление. Улучшает аппетит, цвет лица и зрение. Ослабляет токсическое действие антибиотиков на организм. Укрепляет волосы и ногти, повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям. Свекла регулирует обменные процессы, усиливает перистальтику кишечника. Имеет мочегонный и слабительный эффект, обезболивает, оказывает противовоспалительное действие, содействует выздоровлению, помогает организму бороться с депрессиями, полезно для здорового кроветворения. Особенно полезно при йододефицитных заболеваниях щитовидной железы и для пожилых людей, страдающих атеросклерозом. Капуста. Листья капусты богаты фолиевой кислотой, которая необходима для нормального хода беременности. Капустные листья улучшают качество крови, способствуют профилактике атеросклероза. Капуста снабжает организм витамином С, необходимым для нормальной работы иммунитета. Способствует выведению лишней жидкости из организма, так как содержит больше калия, чем натрия. Зеленые листовые овощи обеспечивают поступление в организм антиоксидантов, которые помогают предотвратить хронические заболевания, рак, болезни сердца, снижают риск развития диабета. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.